Ну и теперь балансировка кулеров. Вот включу сейчас вот этот. Там вот такие кулера стоят. Ну все, до следующей операции нам надо, ой, очистить от стрекоз вентилятор или комаров. Так, и кусочек пластилина. Начнем вот с такого. Ну так хуже. То есть ищу место. Так, против часовой. Вот сюда. Сейчас. Еще хуже. Значит, самое лучшее получилось где-то здесь. Теперь беру и переполовиниваю. Все равно не то. Ну, неужели мало? Мало. Вот лучший результат. Да, этот вентилятор тяжелый случай. Приблизительно здесь. Вот наилучший пока результат. Находим. И что делаем? Значит, напротив этого пластилина вот выходит вот эта лопасть. Берем и высверливаем пластик. То есть вот напротив, это значит у нас где-то здесь. Высверлил два отверстия.
как бы лучше, но все равно. О, вибрация вообще пропала. То есть я на верном пути, значит, вот так через центр. И надо сверлить где-то здесь вот. Уже лучше, но сейчас повторяю процедуру, причем точку эту леплю с стороны в сторону. Пластилин такой какой-то. Сильно к рукам липнет. То есть вот этих вот три отверстия, они достаточно высверленных. Сейчас еще добавлять буду, не знаю куда, правда, двигаться. Разбирать я его не хочу. Но уже намного лучше, чем было. Вот так вот лучше. То есть о чем говорит, что теперь надо напротив оси вот смещаться и вот здесь где-то высверлиться. Вот так.
Удалил я кусочки или остатки пластилина. Так, следующий проверим. Не путаем полярности. Вот этот с завода идеально работает. Так, лучше всех работает. Так, вот этот. Есть немножко. Вот над этим придется поработать. Но он такой же был, как этот. И сейчас опять же кусочком пластилина находим. Еще хуже, заметно хуже. Перехожу сразу вот так напротив. Нет. О, намного лучше. Заметно хуже. Ну и все, вот значит вот эта лопасть тяжелее. Неплохо получился. Практически идеально.
Ну и проверяем. Конечно, легкая вибрация осталась, но намного тише, чем было. Ну и в собранном состоянии еще раз включаю. Это вообще самый тихий.